но спортсменки уже готовы к началу матча. Взяла первое очко. Хорошую игру на блоке, достаточно не боится. И готовится к жесткому блоку. И пока что на этом набирает очки. У нее найти собственный ритм игры и достаточно много. Чем у Вакамии, она больше сыграла затяжных матчей. Эмоционально себя более стабильно вести. То, что она спортсменка уже достаточно высокого уровня и может показывать очень хорошее, что-то эту игру стабилизировать. И так проиграла в силу своей молодости. И пока что больших проблем у нее не возникает. Это первый сет. Возможно, стартовое волнение пока не позволяет ей в игру. И результаты ее, их рост показывает о том, что это... И на этом набирает очки. Это абсолютно спокойно с ним справляется. Ошибки, и только поэтому счет пока что 3-3. Вот очки. ИТО немножко смягчило и решить сыграть более мощно и выиграла очко. Длинный мяч, подготовилась, исполнила хороший топ-спин. Пустовала, задела сетку, мяч. Фактически играет в какой-то части сама собой. Но я бы сказала... Потому что если бы, конечно, она играла чуть медленнее, и спортсменка бы, оппонент бы сильнее играть, намного мощнее, и для нее создавала бы намного больше сложности. А поэтому она играет в том же стиле и ведет 9-5. Хорошо по месту сыграла и выиграла очко. С точки зрения эмоций, такое... Трение такое помогает сыграть лучше, чем... ИТО. День для ИТО. Все-таки вторая... Она сделала в концовке предыдущего сета, возможно, может навязать борьбу. Одержала победу над Мисаки Маризона. Матч ее оппонента... То, что сложный провела матч, выиграв 4-3, пока что она показывает хорошую игру. Действительно класса и мастерства. Ну, сложно на самом деле натренировать такой удар на край стола. И в принципе это отчасти мастерство, потому что не каждый мог... Стола попала, но достаточно глубокий удар получился. 4-1 по развитию событий напоминает первую партию. Да, начинают в основном достаточно быстро играть на приеме. Ну вот, в очередной раз. Играет 1-7. И совершенно атаковать. Сама захватывает инициативу и выигрывает концентрацию и ошиблась. Сыграла речи на приеме, подготовилась к контратаке, провела, выиграла очко. Так, вернуть сетболы у ИТО. Быстро закончить сет.
Ну, вообще, что и без того высокий темп, а ИТО пытается еще вперед, быстрее, быстрее.